Приветствую всех на канале Вечный Пилигрим, это Рим 2, Total War, Легенда, Дом Юлиев, и сегодня мы продолжаем. В идеале бы наша цель это захват города Нарея для завершения объединения под своей рукой провинции Восточная Галлия. Ой, Реция и Норик, извините, Цезальпийская Галлия, это вот мы ее уже взяли. Но вопрос в чем? Построить эти казармы. И уже это что такое? А, понятно. Минус 8 порядок за раз. Но. А что это минус 4? А, какая-то зараза ворует. Ладно, у меня пищи все равно хватает. Вопрос, да, в чем проблема? Что мои, ну, нейтралы свебы этот город уже осаждают, и сейчас он будет светский. И выбор у меня, собственно, очень простой. Если я хочу этот город, мне придется объявлять свебам войну. Хочу ли я этого? Или придется мириться с неполной провинцией? Это и порядок минус, и не полностью защищенные рубежи. Хотя нет, Италия защищена. Не надо, тут в Потавии есть. Но я бы предпочел город-крепость иметь. Думать. Так. Здесь строится 7 ходов до союзных критских лучников. Кошмар. Здесь тоже просто увеличиваем качество гарнизона. Меняем стрелков левисов из бедняков на велитов. Вполне... Ой, не туда. Вполне профессиональных копьеметателей. Повыше урон. Есть огненный выстрел и так далее. Так, политика у меня что? У меня тут вроде все должно... Так, это хорошо, риск 15%. Угу. 4%. Это вот это больше минус 10, вернее, лучше минус 10. Поэтому отбой. А этим я не могу, но у меня дом юниор, да? Дом юниор. Что я вам могу сделать? Да. А, я не могу только вас славить. Улучшить отношения могу. Ну-ка, риск 0%, ну, здесь все нормально. И при этом у меня все нормально с этим, с влиянием абсолютно держится. Только денег теперь не хватает, да. Так, здесь мы удаляем, это мы брали ради скорости, повышения скорости восстановления. Сейчас мы опять этот трюк провернем. Допустим, сколько, 22 останавливают. Если как бы под... Самого дешевого, чтобы факт был наем, режим наем перейти. 29, 7 человек не помешает. Ну что, свебы, наверное, захватят. Надо готовиться к войне с ними. Не хотелось бы. Хотя, все равно с варварами воевать собрался. Ну-ка. Опа. А, не, захватил, я думаю, уже не вернется, убежав за армией на мою территорию. Но это хороший момент, чтобы на них напасть на самом деле, потому что они сейчас после сражения худо-бедно, пусть там остатки этих аретийцев были, но тем не менее. Давайте-ка, наверное. Пока гарнизон, кстати, не восстановился. Проверим. Ну да. Ага, тут питые, видите. Или... подождать, ну и восстановить самому. Хотя, что мне, если бы у меня легионами сейчас атаковать? Давайте-ка вот так сделаем, провести разведку. Что у них есть еще и где? Две армии, допустим, я сейчас разобью. Но у них же что-то еще будет. Так, ты кто? А, серебряные лучки неплохо так
Ладно, ну это бомжи. Вот это бомжи. Если я хочу вот это посмотреть, сколько они сквозь доспехи. О, урон сквозь доспехи 9, серьезно. Ладно, ну вот это не бомжи уже, хотя по сравнению с легионерами все-таки такое себе. Уступает все равно принципам, простите, легионеров у меня еще нету. Ну, копейщики новобранцы его вся фигня. Плюс у них только копьеметатели, у них нету ни одного прачника. А здесь что есть? Лучник-охотник. Есть мечник с хлумом щитами, но он битый, и он один. Это такое себе. Опасный был один, опять же. Что-то я еще хотел истов увидеть. Ага, ищи. Гарнизон неплохой. Ну что, сейчас построюсь, посмотрю, что можно. Давайте вот так. Развивать все-таки надо провинции. И да, надо вот так делать. Здесь не надо уже ничего пока. Политика. Минус 6, минус 5, минус 4. Влияние абсолютно. Все мне нравится пока. Ага. Давайте одно повышение. Минус 7, минус 8, минус 6. Ну да. Так, уровень. Вот этой мадам. Чтоб пища, что могла воровать. И как мы действуем? Вопрос хороший. С кем они, кстати, воюют? А ни с кем они не воюют. То есть осаждать собираюсь я двумя легионами. Так, ну понятно, что такое количество, более 5000 человек еще в городе, одним легионом выбивать, идейка такая себе. Поэтому город в осаду. А, не подойди, вот, слушайте. Что можно сделать? Не получится. Секунду. А, у этого не хватает хода. Хорошо. Делаем вот что. Мы становимся в... Никуда мы не становимся. Так, надо думать. Растаскивать пробуем. Один легион пусть отступает, уводит и дает сражение. Отбиться должны. Второй будет брать город. Я это так вижу. Опасно. Опасно. Не хватило дальности хода второму легиону. Что сделать, что сделать? Который с севера заходил. Угу. Так, вот мы сейчас отходим. Потому что, чтобы они не могли подключить гарнизон хотя бы и вот это, но тем не менее. А вот это наша задача максимально обескровить. Или здесь оттуда может армия пройдет. Нет, они вот вдвоем, но все меньше уже. Да, отступать второй раз я уже не могу, но я их вытащил из-за стен, что немаловажно. Там были бы проблемы, они могли поставить вот этих даже бомжей против принципов на стены и просто закидать все это копьями. Ну или как мне под башню пришлось бы сражаться, это дополнительные потери. Ай, этого забыл. А нет, я не забыл, это что я заново нанял. Так, ну ладно. Легион у меня почти полный, давайте вот это в шестую группу битых. Это четвертую, пятую. С того, что делать. Ну, обычно мне стрелки я привык третью группу ставить. О, у меня есть высота. И это интересно. Угол. Нет, не совсем угол карты. Вот тут будем. Раз есть высота, то можно даже шариками развлечься. Вот тебя бы куда-нибудь.
Хотя вот что можно с ним сделать, слушайте. Эй. Леха. Тебя просто поставить на эти шары и чтобы убежал дальше в строй. Или нет. Можно сделать еще проще. Ты в тыл. Кстати, полководец туда. А вот этот, товарищ, как раз там пригодится. Теперь, что еще есть? Первый натиск сбить. Хотя давайте, главное о них не забыть самим. Это неплохо тоже затормаживает толпу противника, потому что приходится им обходить это все, и натиск сбивается. Или еще лучше. Сейчас начинаем бой, отходим на вообще на максимальную высоту пехоты, а вот эти остаются чисто шары столкнуть. Тоже вариант. Вот это нам не пригодится. Волчьи ямы пусть будут. Да, вот так. А вот это все уходит. Уходит бой. Ну, начнем с вас. Germans, I smell. No other people smell like that. Only German women folk would find the stench of pigs, forest mud, and unwashed asses much to their liking. Специально щедро оставляю на флангах народу, чтобы было кому сразу обходить. Да и этот, наверное, пойдет сразу куда-нибудь в спину. Так. Это сюда, а этот остается, ну, по сути, на роли камикадзе. О, сколько же. Помощь ему. Вот этого, этот пока в резерве. Как обычно, ну у них всадник. Всадник там тяжелый, это был полководец. Я его пока не вижу, он, видимо, в той армии. А вон знатный всадник. Мастеров меча бы выключить из боя традиционно, пусть он там топчется позади, пока я буду вот это все резать. Ух ты! Уходит. А если... Так, этих пока сюда, чтобы не зажали. Очень интересно. Три прям стрелков. Слушайте. Атака. Этим надо пользоваться. Он может тупить ком, почему? Он идет на соединение армии, может. Все, зацепили. Даже полковой не столь важно, если есть три отряда. Да хотя бы два отряда стрелков снесу. То, что я иначе до стрелков. Нет, отбой. Братья копейщики разворачиваются. Помоги-ка ему. Ну ладно, хоть один отряд. Ну этого должно им хватить. Ладно. Это тоже неплохой вариант. Так, под пивом попадать не надо. У этих они тоже есть. Что там идет? Нет, там ничего интересного. О, кто-то в клин пошел, так это его замедлит, да, увеличить боевые навыки. Но это он считает зря. Так, ты чего у нас рано? Постреляем. Ай. И все мимо. А, отлично, слушайте. Не увлечься, главное. Да-да-да, уходим.
Блин, так никого не убили. А, ну вот двоих. Ладно, ну они плотные. Раз. А. Так, пора. Пока есть надежда еще свалить после этого. Хотя уже и небольшая. Ну, это... Успеет, так успеет. Так, отход, отход, отход. Пропустил, конечно, достаточно увлекательное, наверное, зрелище. И шаров не видно. И трупы, кстати, тоже куда делись? Кто подсказал? Похоже, никуда, куда-то мы туда покатились банально. Так, один отряд кавалерии туда, один всадников. Пока эти идут, надо резать тех. Так, пока те идут, как я уже сказал. Быстро разворот. С этого фланга просто так. Тоже в атаку. Ладно, давайте вы тоже атакуете. Так, вы, раз есть время. Бегом. Там вон есть всадники. Так, отключить нафиг. Эту самую как атаку строю. Не до нее сейчас. О. Стрелки поймали. В морду. Отлично. Разделяй власть. Опять работает. Ну, а когда она не работала? Эти тоже хоть и бомжи, а пусть поработают. На благо Рима. А, они в стрелку въехали. Ну все правильно. Не-не-не, стрелять не надо. Своим больше не стреляйте. Не, огонь, просто огонь. Ну, так, эти, что у нас? Так, 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 отход. Да эти тоже пора. И этим, и этим, и этим. Сказал отход. Восстановить строй. Неплохо, мы их все равно подкрашили. Кавалерия ушла. Ушла, ушла. О! Пускай он дергает отряды. Так. Заходим снова в тыл. Ага, там вон что. А вот стоять не надо. Делать. Пусть отлипают. Так, это ж целые. Давайте вот так делать. Не-не-не, уходим. Уход, уход, уход. Ай,
Похоже, влепился, да. Вижу по потерям. Давайте сюда оба. Да. Вообще режут хорошо. Да что ж. Ладно, атаковать. Просто толпой загасить его. Кого тарать тебе комплект, слышно? Перестаньте-то. Фигней страдать. Лучше вот сюда въезжайте. Эти остатки возвращаются, да. 6. Что это делать? Непонятно, этого мало, он стреляет в лоб. А давай один сюда. Все, отход. Ну, убьете, нет. Последний вот. Так, стрелять начали, логично. А эти тем временем закончили. А там уже колеблется. Чтоб не вернулись добить. Да глянь, какой настыр. Ну-ка, перехвати его, как раз освободился. Нормально. Посмотрим, что будешь делать против принципа. Кавалерий, он не гоняет. Ну-ка, бегом. Ну просто у них численное преимущество, поэтому... Так, отходим из-под копейщиков. А мы давим. И вы даже... 340 человек. Все, освободились. Бегом. Я сказал, бегом, уходим. И эти уходят. Да, эти тоже. А, даже так. Кавалерия бегает, откупи метателей. Не-не-не, непорядок. Все, побеждаем. Все, что это два стека-то было. Отход. Давайте-ка. О, перехват. Давайте. Лучше вот так. Ну-ка, давайте-ка реализуем боекомплект. Да сейчас. Сказал же атаковать. Ну, проблема. Ну-ка, давайте-ка добивать. А, так, вот это был кубка 0. Все, он отвоевался. Добиваем. Просто много народу, видите. Че, у меня там четвертая группа.
Ну, нужна тяжелая конница, спору нет. Хотя, давайте вот так. Ой, вот это тоже Ctrl 0, все. Ладно, 9, чтобы не перемешивались. Пошел. Пошел. Эти вынесли. Атаковать сюда. А, не увидел его от края карты. Давайте все въедем. Нормально, все, мы добиваем их. Я ж вижу, что у них уже кто бодается. Там уже стрелки и ближний бой пошли. Надо там, вот здесь еще мечники с круглыми щитами, у меня потери. Ах, вот. Этого я не уследил, ладно. Ну какие они жесткие, а? И эти не хотят погибать. Давайте-ка въезжать. Вот в это. Все, да? Тут даже этот заколебался уже. Не, надо резать. Только стрельбу всем отключить. 107 трупов, 235, 381, 456, мама дорогая. 504, кто больше прям? Ну прям кто больше? Ну и кавалерия, он только начал, вот, ну сейчас добивать стоит, типа, что-то по 150 в среднем-то вынесла. Так, ускоряю добивать. За мечников, повторюсь, более много опыта дают. Ладно, хорош. Ну, первого понятно, что у меня. Но у меня один легион, это вырезал два их стека. Нет, там что-то осталось, человек 800, но это уже ошметки. А у меня потери в отрядах, и разве что вот это. Хотя вот это может быть еще. Но не должен отряд быть потерян. Надеюсь на это. А копьеметателей не жалко. Зато сейчас им неким отбиваться от второго региона. Да, у меня вообще никто не потерян. Даже эти. А у них осталось 3-4 отряда. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 100. Огребли. Сзади армия могла подойти, но нет, ход им закончен, все. Который вот рассматривал по результатам разведки. Грабителей вынесли каких-то там варваров, но это хорошо. Что это так? Давайте попробуем те хранители. Так, четвертый. Давай только Ферратор назовем, его все-таки, как он и назывался. Так, что у нас тут? Это все рано. Это пока нет. Здесь, конечно же, вот это. Потому что... Да что такое? Выгодная, конечно, штука вот это, содержание всех, ну давайте так. Потом денег будет много. Вот смысл мне экономить сейчас на... Я лучше вот это. И атаку, и защиту ближнего боя всей пехоте тяжелая. У меня она как раз таковая и есть. Так. Давайте вот так. Давайте вот так, наводим порядок.
Плюс мы на своей земле, то есть мы будем восстанавливаться. Вернее, не на своей земле, сейчас будем на своей. Итак, что у нас в городе? Нефуловый гарнизон и вот эта подошедшая армия. Стоит ли его разыгрывать или нет? Хороший вопрос. Да, наверное, нет. Авторасчетом. У них ни численного, ни качественного преимущества нет. Пострадал пехот, хорошо, кавалерия медленно восстанавливается. Оккупировать. Ага, я вижу он. Та армия подкуп, но. Вот в чем дело. Мне придется как-то прорваться. Хотя как, можешь уйти просто туда. Ведь так. Молодец, провалил диверсию. Так. Что сделаем лучше? А мы вот отспишем. Мы на ускорен марш в другой город. Этого, кстати, надо увольнять. Вот так-то. На рейл. Да. Ну вот как-то так. Могу я что? А, союзные войска появились, но нет, они мне... Я сейчас топорники просто посмотрю, сколько у них урон сквозь доспехи. Десяточка, дофига. Ну ладно. Ага. Ладно. Давайте попробуем наняться гастатами, чтобы просто и ускорить восстановление, и нанять взамен пострадавших, ставить первые ряды. Хотя у них, в принципе, 3 отряда, 5 отрядов, первый ряд стать способны на стены, нормально. Всем, если что, под ляночку. О! А вот это интересно. Угу. Свеба. Может, вы все-таки мир заключили пока? Ну, а что мне с ним податься? Мне более слабые фракции бы пал. Не, низкие. Ну, низкий шанс, то есть не хотят они мира. Ну, я не удивлен. Так, это хотя бы не трава, да? Да. Что у меня еще можно сделать? О! Тоже казарму, сплошная крепость. Как Чингисхан, знаете? Опять риск 19. Так вот, центр царства, столица, грубо говоря, была у Чингисхана крайне богатый, а все остальное у него было сплошные военные постройки. Риск 0. Вот и достаточно, вот и хорошо. Сколько у него минус 10? Давайте опять попробуем улучшить отношения. Минус 8. Так. Я вот что хотел. О, есть такая штука интересная, да. Так, тут ребенок родился. Что у нас тут? Ерунда, женщине ничего тут из этого не надо. Повышение. Давайте. А еще раз улучшить отношения получится, нет? Минус 8? Да, все хорошо.
Теперь нам бы кого-нибудь из них послать на... А, нет, нет, нет. Да, вот тебя послать бы и повысить порядок. Вот давайте вот так сделаем. Минус 8, минус 3, минус 6. Хорошо. Риск 0, 72%, но на 1% упал, не страшно. Вот это что такое? А, понял. Так, вроде бы все пока, да? Деньги даже остаются, но неудивительно. Конец хода. Сейчас, скорее всего, будет нападение двух армий на мой город. Будем отбиваться. Вот там есть варианты. Вот что они перестроены из варварского еще. Ну. Так, битая армия убежала, понятно. Эту армию он отправил в Порию вслед за моим битым легионом. Но это хорошо. То, что там есть гарнизоны в городах, не зря у меня там сплошные казармы. Пусть попробует, да и легион уже успел подвосстановиться, плюс ход. Так что там не все так плачевно. Стойте, кто помер? Луций мой, да? Так, а этот что? Так. Пять. О, полезно. Так кто у меня помер? А, ну 66 лет, да. Ну, по тем меркам это было нормально. 2, минус 3, минус 2. Ага, можно воспользоваться, снять монет. 2400. Так, игнорей на порядок и казарм. И опять. Четвертый не буду ставить, потому что заметь уровень, потому что нет смысла, так как, видите, дают гарнизон. Два гастата, два велита. Здесь то же самое. Как бы вот здесь разница есть. Видите, два гастата и двух левисов. А здесь двух гаста, двух виолетов. Соответственно, качество гарнизона есть. Так, тут ставим. Понятно. Все, да? Угу. Переходим в обычный режим. Так, тут мощная армия. Но! Я ж могу наемника нанять. Подожди, зачем? Сам же говорил, у меня гарнизонище 12 человек. Принципы, 4 гастата. Рарари, кстати, смог держать. Да еще 4 застрельщика. 2 вельта, 2 левисов. Нормально. Добьюсь, если полезет. У него тем более прощи нет, кавалерии нет. Так. Это чье? Это не враги. А вот это встало в гарнизон, ну это оно зря. Вернее, форт. Да, сейчас я понесу потери. В горах. Ах ты, нет. Даже разыгрывать это не буду. Убить 210 человек. 220 против 2000. В 10-кратном преимуществе даже не интересно. Ой, не думал, нажал. Надо было отпускать. Теперь вопрос. Я успею до города? На ускоренном марше, да. Чтобы повод восстановиться. Так, тут 30 восстанавливаю, это в городе. 3-4, все быстрее. Но главное в безопасности. Пусть штурмует город. А хотя у меня еще нету тут ничего. Но у меня один ход до гарнизона. Соответственно, вернее, до строения главного. Соответственно, стены сразу станут моими каменными, цивильными. Ну и гарнизон появится. Нормально. О, ожидаемо. Даже авторасчет показывает, что вообще-то у него все плачевно. Но я не хочу потерять какая-нибудь кавалерия вот этого упоролась, или принципы битые.
Мы сейчас просто гарнизоном пойдем, ну, вперед выставим. И все. Тем более, это же ему надо нападать, а не мне. А тип города у нас какой? Угу. А, еще это легиона, да-да-да. Нам у нас оборонительные сооружения. Так, они с одной стороны, да? Ну вот на их пути. Я их порадую волчьими ямами. То есть хоть по одному человеку, но тем не менее. А, стоит ли мне вот это? Вот шары стоит. Больше как стенку. Вот здесь. Кстати, двойной ряд шаров неплохо защищает от стрел. Ну, вернее, от стрел, от прощей, то есть с насильной траекторией. Очень много все шары втыкается. Вражеских снарядов. Вот так-то. Забавил он чардж. Все, баррикады не нужны. Максимально многочисленные. Это будет Ctrl 3. Ctrl 2. Полководца гарнизонного, где он? Мне тоже не сильно жалко. Так, сюда можно послабее за этими заграждениями. То есть я превращу широкую улицу в несколько ручейков вот сюда. Бегающих варваров. Перекрою вот это. Нет, или лучше. Лучше двумя тоже гастатами. Перекрою здесь. Этого более чем достаточно принципа. Я перекрою здесь. А вот эти ребята, они вообще в группу 0 входят. Нет. Вот это будет группа 0. По-хорошему бы и не трогать. Вот такая седьмая группа. Кто тут есть такой более многочисленный? Тут пройдут. Так, почта вообще вот. Ну ладно, давайте седьмая группа вся. С кучкой улицы вот так. Нет, не получится. Вот так ей придется еще ставить. Но взамен мы сюда поставим вот этого. Чудика. Так они достаточно долго простоят. Вот это вообще не нужно. Все? Нет. Вот эти куда-нибудь спрятать. А гопники мне не нужны. То есть толпа, ну. Похоже, они есть гопники. Вот так. Одного давай. Мне не получится, да? Вот сюда хотел бы. Ладно, давайте это вот так будет. Все, везде закрыто. Ага. Дыра только образовалась. Так. Сюда. Тут прохода нет, все, да? А, группа 0. Сюда. Что-то еще я хотел. А, кавалерия, правильно. Или мы успеем выскользнуть? Нет, давайте здесь. Здесь можно, ну, сложности могут быть. Давайте вот это все-таки тоже группу 0. На пятую. Четыре, пять. Пока атака ближнего боя, бегом сюда. Ускорим. Задача не потерять отряды, максимально разменять гарнизон.
То есть кавалерии задача вырезать сейчас стрелков, как только они влезут. Кстати, кто эти копейки? Вот он, это не мечники, да, достаточно, ну, послабее будут. Как минимум дольше будут моих убивать. А ну бегом все кодлой на одного. Даже ускорил. Так, бегом, бегом, бегом. Могу пивом поймать, нет. Пусть даже если вернуться, у них половину уже, считайте, нет. О, работает. То есть, видите, вместо максимального чарджа, да, они шары эти обходят, но это все-таки время. А если поставить сразу за шарами, то все будет еще больше. Тут что у нас? Вот это надо контролировать. Словно добивают. Поскольку, видите, копейки новобранцы-то могут. Один отряд стрелков сбили. Те ожидаемо вернулись, но... Так, что можно? А давайте вот этот товарищ вот тут встанет и постреляет. И постреляйте по этим лучше. Yours to command. Riders at the double. Так, один отряд, ну, полтора отряда сожрали, короче, стрелков пока что. А, значит, что мы делаем дальше? Раз такая, такое дело, они сюда не идут. Один отряд... Вот так делает. Один отряд делает вот так. А этот путь поможет. Вот тут постреляет. Так, стреляйте дальше по этим. Нет, наоборот. Хотя лучше все пятеро. Задача три отряда разметать. То есть я пустил вот этих пострелять. Давайте сначала эти три отряда. Вырежем, потом тот. Он все-таки один. Ну и здесь, ну, как бы заслон пожиже, будем честны. Ладно. Возьмем разгон. Ага, не надо. Так, ты отбой вот этого, отбой держать строй и атаковать. Добиваем. Угу. Все назад. Мы сейчас в эту толпу накидаем. Тут должны справляться. Кстати, вот этот тоже можно выстрелить в край, в плане стрелков. Куда полезли? Ох, огребли как. Стреляете, все, да, стреляли. Помоги-ка. Путер народу уже нет. А ты на его место отстреляй боекомплект. Вот здесь человек-то не стрелял.
Так, ты. Назад, ты. Отсюда достанешь. А, забыл стрельбу включить. Ну-ка. Угу. Ну даже если он отвлечет сейчас часть из этой толпы, уже хорошо. Один уже. Yes, commander. Давайте-ка. Sons of Mars. Your orders. Jupiter gives us strength. Cut charge! Then engage! Пускай. Это гарнизон, он восстановится. Missile-armed riders. 902, было 32. Тут 60 человек застрельщик наработал в спину. А это застрельщик кон, которого полтора раза численность меньше, чем у... Вы поняли, у пехотного. У этих вон 120. Видите, у меня 80 кавалерия. Отработал этих, ну, 19 человек. Я понимаю, в лоб. Так, а знаете что? У меня вот этот стоит. Нет, не он. Вот это поможет здесь. А тот. Только вот так и могут. Да? Кто-то еще. А вы атакуете здесь. А, разбежались такие гарнизонные, добили их. Ну ладно. Ну, помоги здесь, раз они отстрелялись уже. Стрелковый комплект есть, еще поработают. Славно так. Ведь тут была толпа этих, вы поняли, товарищей варваров. То есть это все освободило именно моя кавалерия. Так. Все, эти все отстрелялись, но эти стреляли в лоб, поэтому урона много не надо ждать. Вот эти. Так, этот стрелял 17 человек. Ну-ка давай на заслон. А эти, кстати, эти тоже. Пусть постреляют. Давайте не будем, ребята, ограничивать. Так, этот тоже все. Пятую группу. Остался один, это 237. Сейчас развернем строем. Быстрее стрелять будет более... большим количеством отстреливать залпы людей. Ё-мо, все? Он даже кто-то сломан. Все, комплект кончился. А вот теперь. Погнал. Уже истощены они. Избиты. Да, ну, может быть, полковой сейчас только выдержит. Но у него чуть больше половины численности уже, так что нормально. Даже эти вот. Ну чё. 9 человек. Давайте. Да, тоже. Пусть убивают. Не надо упускать лишний раз. Ой, стоп. Все. Там же поле. Быстро завершаю. Забыл о них. А то сейчас потери пойдут. Вот, кстати, по-моему, пошли от этого. Мои протаранили. Просто поле сам же поставил, потом забыл. Они же скрылись, так сказать, в людском море варваров. Да ладно. Все равно нормально расстреляла кавалерия.
Ну и потерь, в общем-то, моя конкретная армия это и не понесла особо. Даже не убил? Ну ладно, пусть бегают. А, ну да, народов. Много разбежалось. Но отпор получили. А сейчас легион и наберет пару принципов. И еще восстановится флот. Все, теперь этот город уже точно не взять. Если бы сейчас навалилось два стейка полнокровных, опять же, ну могли бы еще. Но откуда же им взять? О, да. Привет, легионеры. Так, это что? Откуда? А, это в городе. Просто город так исчез. Прежде всех найма. Ну-ка, это пока легионеры, далеко не последняя ипостась и самая мощная, но тем не менее. Ну, уже разница 40-54, брони больше, да, боевой дух. Вот так. Теперь. Пойти в эту завершить или нет? Ну, 17 ходов, хотя потом эвакаты. Или все-таки обратить внимание уже на политику. Ну, вернее, на экономику. Хотя что мне это так сильно даст, когда у меня и так деньги есть. Давайте-ка военную технологию. Ну, у меня есть деньги, есть пища. Так, есть. Отлично. Кстати, да, традиции у них. Нет, традиции уже были, все. Ерунда. Вот так, давайте. У тебя все, да? Но теперь... можешь легионеров, ветеранов уже нанимать. Секунду. Мы перестраиваем вот так. Вот это все строим. Что тут у нас? Ну-ка. Да, деньги вроде были, вроде уже и нету. Но мои легионы крайне усилились качественно. Четыре, да, это сильно. Но... денег пока мало нанимать. В перспективе, да, надо заменять всех этих легионеров на легионеров-ветеранов. Спору нет. Но пока и этого более чем достаточно. Давайте проведем бой. Куда пошел? Наверное, авторасчетный. Да, нефиг тут тянуть время. Чтобы не начал грабить и т.п. и т.д. Скорее всего, он, конечно же, пошел бы к своим границам, но это долго. Все. Вот так-то. В город или в... Нет, давайте в город. Опять обескровит легион. Я этого не хочу. Традиционно. У того, что подешевле. 34 говорить, 40 круто. Проверю политику, деньги есть, 0 риск, все отлично. А, агент, давайте-ка мы слегка притормозим, а то они что-то тут совсем уже своруем пищу. Так, и, наверное, давайте я завершу ход и завершу серию. Как бы отжали один город у германцев, потом разгромили, отбились, вернее, две армии, потом защитили опять город уже другой, малый. Битву хватило.
Ну и наконец-то получили легионеров. На этом все, как я сказал, серию считаю завершенной. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Надеюсь на ваши лайки, подписки, комментарии. Также подсказки. Они мне тоже важны.